Следующим спикером является у нас очень интересный человек. Это священник Иосиф Глисон. Отец Иосиф в свое время приехал в провинциальную Россию с женой, 8 детьми из Соединенных Штатов Америки. И в первую очередь для того, чтобы воспитать свою семью в православной стране. Пожалуйста, отец Иосиф, ваша тема доклада – это «Как защитить семьи от духовных атак». Пожалуйста, батюшка. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, как мы можем защитить наши семьи от духовных атак? И можем ли мы защитить их от сил зла, которые неустанно делают все, чтобы отвратить наших детей от Христа, развратить их и в конечном итоге украсть их души? Более 200 лет назад и мои предки столкнулись с такими вопросами. Мой прямой предок, Сэмюэл Адамс, был одним из тех, кто подписал Декларацию независимости. Он был близким родственником Джона Адамса, второго президента США. Я благодарен ему за саму мою жизнь, потому что я его потомок. Если бы не он, и меня бы не было. Я полностью согласен с тем, что он когда-то сказал. Наш спор не только о том, будем ли мы сами свободны, но и о том, будет ли человечеству дано убежище на земле для гражданских и религиозных свобод. Мой предок, Сэмюэл Адамс, представлял себе райское место на земле, где христианские семьи будут безопасно расти своих детей и внуков в мире и любви. И на многие годы Америка стала таким местом. Долгое время, когда христиане угнетались в Советском Союзе, многие из них бежали в Америку в поисках лучшей жизни для своих детей. Они знали, что Америка не преследует людей за веру. Но в последнее время Россия и Америка поменялись местами. Россия стала безопасным местом в мире, где православные христианские семьи могут расти своих детей без гонений. Между тем, в Америке, если вы выступаете против трансгендеров и гомосексуалистов, вам все труднее получить образование или даже работу и содержать вашу семью. И если вы христианин, вас не очень ждут в университете и вам не просто найти работу. В то время как Россия неуклонно возвращается к своим христианским устоям, Америка делает все, чтобы разрушить их. Последней каплей для меня и моей семьи стало то, что в 2015 году американский Верховный суд узаконил гомосексуальный брак по всей стране. Вот когда я понял, что Америка скоро станет опасным местом. Я трижды летал в Россию, искал лучшее место для жизни. 1 января 17 года я в четвертый раз прилетел в Россию, привез жену и наших восьмерых
детей. Мы не говорили по-русски, у нас были туристические визы, мы не представляли себе, как получить документы для легального проживания в России. Мы просто знали, что хотим растить детей в России, и мы молились, чтобы Бог помог нам. Сейчас мои дети говорят по-русски, едят русскую еду. У них есть русские друзья, и они становятся частью российского общества. У меня теперь есть дом, трактор и 40 соток земли для цветов, фруктовых деревьев и огорода. Сэмюэл Адамс спрашивал, будет ли человечеству дано убежище на земле для гражданских и религиозных свобод? И для своей семьи я нашел такое место в России. Если самое ценное для вас – души ваших детей, и вы хотите, чтобы Господь в свое время привел их в рай, вы подчините всю вашу жизнь этой цели. Многие спрашивают нас, почему вы выбрали именно Россию? Есть много причин, по которым нас привлекла Россия. Но две из них мы считаем самыми важными. Во-первых, мы хотим жить в стране, которая защищает традиционный брак между мужчиной и женщиной. Во-вторых, мы хотим жить в стране, где традиционное домашнее обучение юридически закреплено. Традиционный брак лежит в самой основе общества. Поэтому, если вы ослабляете и разрушаете брак, вы ослабляете и разрушаете само общество. Если нация будет терпеть добрачный секс, прелюбодеяние и гомосексуальные отношения, эта нация пойдет. Уверен, что вы согласны со мной. Тем не менее, думаю, будет не лишнее напомнить о некоторых исторических примерах. Самые известные – Содом и Гоморра, которые Бог уничтожил огнем и серой. Другой пример – земля Ханаан. Земля была осквернена содомитским грехом, и поэтому Господь изгнал грешников. Многие знают, что Бог послал сынов Израилевых, чтобы захватить землю Хананеев. Но мало кто понимает, что именно Содомия была одной из причин этого приговора. Теперь о домашнем обучении. Раньше во всем мире большинство детей обучалось дома. Те, кто ходил в школу, учились в других условиях, далеких от современных государственных школ. Не было государственных учебных программ и стандартизированных тестов. В христианских странах важной частью образования было Священное Писание, молитвы и жития святых, потому что учителя и родители понимали, что добродетель важнее, чем грамматика и математика. Позже, в далекой Индии,
Индуистские лидеры начали создавать школу нового типа, целью которой была задержка умственного развития детей. Они изобрели методы, которые стали настоящим препятствием для изучения письма, чтения и математики. Эта образовательная стратегия быстро привела учащихся к типовому послушанию роботов. Это был эффективный способ держать 95% населения в невежестве и под контролем. Впоследствии Пруссия, а за ней и Англия ввела подобную систему обучения. Позже эти методы были привезены в Америку, а также и в Россию. При этом ясно, что каким хорошими ни были бы учителя, порочной была сама система. Современные государственные школы также исключают Христа из большинства учебных программ. Они преподают естественные науки, литературу, математику и языки так, как будто Христос не имеет к этим предметам никакого отношения. Зачастую дети, общаясь, обмениваются друг с другом своими привычками, не всегда хорошими, и знаниями, взятыми на улице. Одного часа воскресной школы в неделю недостаточно, чтобы противостоять такому злу. Если мы хотим обучать детей так, как задумал Бог, мы должны выполнять Его требования. В Святом Писании, в 6 главе 2 сказания, Бог заповедует родителям: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внучай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоим, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Бог говорит родителям: вы должны учить ваших детей. Он не говорит нам: отправьте ваших детей из дома на весь день, чтобы чужие люди учили их, пока вы делаете свои дела. Бог говорит: вы должны учить детей прилежно. Это значит усердно, вдохновенно и не ленясь. Бог говорит: вы должны учить ваших детей, когда вы отдыхаете, когда вы работаете, когда вы ложитесь спать и когда встаете утром. Если я не могу это делать из-за работы, тогда мне нужно сменить работу. Если я не могу это делать из-за того, где я живу, значит, мне нужно переехать. В моем доме обычно мы все просыпаемся полседьмого утра и собираемся у икон. Мы поем псалмы, читаем утренние молитвы и поминаем близких. Затем мы вместе садимся и читаем послание и Евангелие на этот день. Мы также каждый день читаем правила святого Бенедикта. Во время завтрака мы спокойно едим и слушаем, а члены семьи по очереди читают жития святых. Позже утром мы изучаем литературу, математику и естественные науки с почтением к Богу и христианской вере.
Перед каждым приемом пищи мы все вместе молимся. Каждый вечер перед сном мы вместе стоим перед нашими иконами. Включаем свет и зажигаем свечи и ладан. Мы молимся всей семьей. А потом наши дети спокойно ложатся спать. Мы делаем все это вместе уже много лет. И это прекрасно влияет на детей. Как говорит святой Иоанн Златоуст, все должно быть второстепенным по сравнению с нашей заботой о детях, их воспитанием, обучением и познанием Господа. Тихон Задонский, один из величайших русских святителей, понимал, как важно воспитывать детей и святости и давать им христианское образование. Он говорил: «Бог не спросит вас, учили ли вы своих детей на французском, немецком или итальянском языках и политической жизни общества. Но вы не избежите божественного осуждения за то, что не прививали им добро. Я говорю откровенно, но я говорю правду. Если твои дети плохи, твои внуки будут хуже, и тогда зло будет возрастать. И корень всего этого – наше плохое образование». К счастью, домашнее обучение легально в России уже 30 лет, и около 100 тысяч россиян в настоящее время занимаются этим. В России дети, обучающихся дома, больше, чем в любой другой европейской стране. Есть отличный сайт под названием «Классические беседы», который посещают тысячи родителей, чтобы узнать больше о домашнем обучении. Если вы хотите обучать детей на дому и жить в Европе, я искренне считаю, что Россия для этого лучшее место. Мы с женой хотели обеспечить хорошее будущее для наших детей и внуков. Мы хотели найти страну, защищающую традиционный брак. Мы хотели найти страну, которая поддерживает традиционное домашнее образование. Мы хотели страну с мощным военным потенциалом, чтобы защитить нас физически, и с сильной православной верой, чтобы защитить нас духовно. Вот почему мы покинули Америку и переехали в Россию. Как сказал мой предок Сэмюэл Адамс, наш спор не только о том, будем ли мы сами свободны, но и о том, будет ли человечеству дано убежище на земле для гражданских и религиозных свобод. Мы со семьей согласны с этим. Мы нашли это место, и это место Россия, где я хочу вырастить своих детей и воспитать своих будущих внуков. Благослови, Господи, вас и ваши семьи. Большое спасибо.